Вечер добрый. Обещал я сделать обзор заточенных бритв. Вот сейчас как раз к этому приступаю. Только поправил вроде. Так. Ну что сказать. Заточка, в принципе, прошла нормально. Не считая того, конечно, что я потратил на это практически целый день. Я сегодня только с утра успел нарезать тут полоски для пакетов. Надо дамасской стали наплющить. И поэтому, как бы, все остальное время я занимался только заточкой бритв. Ну, что я сказал бы? Это здорово, это хорошо. То есть, я в итоге же, получается, то есть, последние инстанции, которые уже люди берут в пользование мои изделия, и они должны быть уже рабочими. И поэтому все это правильно, и я не хочу не сказать ничего, то есть, против этого. Но жизнь моя конкретно усложнилась, я вам скажу. Ой, сколько я делов мимо пропускаю, сколько я бритв не сделал, так как потратил уже много времени вот на заточку. Вообще, не только этих бритв, а в общем. В принципе, хотелось бы, конечно, мне что-то одно. То есть, или я бритву делаю, или я заточку делаю. Вот это было бы просто здорово, но в моем случае тут так не получается. Заточников у нас нет вообще во всей округе, поэтому сам только сам и больше никак. Так, руки терпимо. Это вот узкие. Давайте в первую очередь посмотрим. Поближе попробуем. О, есть. Кстати, вот это вот именно бритвка. Волос рубит. Ну, ура. Но брить будет жестко, пока ее на ремне не укатаете. Так что ремешок ей, как говорится, в помощь. Мне почему-то так вот получается. Или волос идеально бреет, или бриться мягко. Одно из двух. Другого как бы не дано. Так вот, сторонку. Это те еще предыдущие. Это вот из новых, из бюджетных. Конечно, бюджет я не убрался. Естественно. Вообще не убрался. Думал, ну, в 5000 убираюсь. Мол, не проблема, сейчас то да это. Добавим, улучшим. И в итоге вот грязнилось. Ага. Сейчас поправим. Уберем грязюку. И это третье еще узкое. Честно сказать, на красноречие не тянет вообще. Просто, ну никакой просто вообще. Ухайдакался так, что прям мама не горюй, как говорится. Ну, не хочешь, не надо. Не хочет она вот фоткаться, как говорится, на видео показываться. Даже резкость убежала. Ты тоже не хочешь? Нет. Это решила. Видно, надеюсь. Вот. Да, вот есть вот здесь вот небольшой нюанс по ширине. Но для клина это хорошо, что она вот до сюда дошла, вот от самого кончика. А дальше уже начала там задумываться. Это хорошо. Если бы по-другому, наоборот, то было бы не здорово. Вот эта бритовка, слава богу, с ровной кромочкой у меня вышло все. Заточилась хорошо. Она, я больше всего по ней переживал, потому что ее уже выкупили. Даже вот так. То есть у нее уже есть свой хозяин. И поэтому я тут прям напрягался. До заточки-то напрягался. Конечно. Но все удачно, все хорошо. Поэтому результат неплохой.
Да, я же еще не сказал, что я клепочки-то не полирнул. Сейчас как раз этим буду заниматься из последних сил. Вот это вот я первый начал затачивать. То есть у меня все наоборот получилось. С левой стороны на правую я затачивал. Кстати, самая широкая заточка вышла в этой бритвке. Я когда ее увидал, думаю, опаньки. Ну, широкая заточка, это не значит, что плохая заточка, но так, в эстетических, как бы, целях. Думаю, ну все, сейчас вот это вот, которое уже выкупленное, думаю, сейчас так покатит, думаю, ну все, кирдык. Стадобы будет немерено, но нет, не подвела. Хорошая бритвка. Вот так вот как-то. Все вроде сказал, все показал. И вообще, в принципе, я бы сегодня не убрался в один день из этой заточкой, если бы я делал так все размеренно, там, по всем правилам, там вот, шаг там за шагом, все бы так вот, вообще бы не убрался просто. Поэтому в следующий раз буду, наверное, с 2 дней так вот заходить на заточку. Были бы они дамасские, конечно, да, вопросов бы не было. Я бы эти бритвки заточил бы за полдня бы, даже если не меньше. Ну, за полдня бы, да, где-то. Вообще без проблем было бы. Ну, вот так вот. На этом все. Ну, кстати, мне кто-то звонит. Поэтому до свидания. Всего доброго.